Говори, где твой капитан Бистро? Я не знаю. Отпустите меня. Нет, так дело не пойдет. Говори. Помогите, спасите. Меня насилуют. Заткнись. Вижу, ты ничего не знаешь. Тогда умри. Нет, не надо, дядя. Я буду хорошей девушкой. Тебе. Я подумаю. Ну, дядя, я же красивая. Оставь меня, я буду помогать. Миша, иди сюда. Что случилось? Что будем с ней делать? Пацаны, вы что задумали сделать со мной? Ну, во-первых, я согласен тебя не убивать. Если ты будешь помогать нам в работе. Я согласна. Во-первых, нам нужна золотая руда. Во-вторых, нам нужна вода. Не надо меня убивать. Хотя, пофиг рискну. Мне кажется, на первый раз я хорошо постаралась. Вот что я принесла. Хорошо постаралась. Миша, иди сюда. Будешь делать одну херню. Иду, иду. Подожди. А какая красивая штука. Я засуну это тебе. Не надо, дядя. А может, не надо использовать эту штуку? Надо, чтобы узнать, что будет с тобой, если я тебе это засуну. Ну, пожалуйста, не надо это делать со мной. Да не бойся. Ша придет мой друг и все расскажет, как использовать способность ангела. Ты намекаешь то, что я красивая, как ангел? И потому могу использовать способность. Все, хватит. Погнали уже. Что со мной не так? Я стала еще красивее. И долго нам ждать? Где-то минут 10. Он задерживается. А теперь не мешай мне спать. Тьфу, на тебя. Ты бесчувственная тварь. Я сейчас тебе задушу. Нахуя ты это сделала? Я случайно. Смотри мне в глаза. Что здесь происходит? А вот и Миша подлетел. Миша, давай покажи ей, как надо использовать способность ангела. Ну, во-первых, надо включить силу. Давай сделай это. Во-вторых, надо использовать шар на руке. Потом кинуть в эту кучу камней. Вот, а теперь можно идти на битву. Зомби и скелетов.
Спасибо.